На этой неделе в Минске собрались представители 12 стран, а это значит, вовсю идут международные армейские игры. На полигоне Уручья сегодня завершающий этап конкурса связистов «Уверенный прием». Особенность в этом году в том, что отдельным дивизионом в конкурсе участвуют девушки. Конкурс связистов «Уверенный прием» проводится в пятый раз. Третий раз подряд он проводится на территории Республики Беларусь. В этом году у нас рекордное количество команд. До этого конкурса свои знания, навыки, умения показывали радиотелеграфисты. Их сменили в последующем специалисты по работе на IT-оборудовании. И сегодня специалисты командно-штабных машин покажут свои умения в развертывании, выполнении нормативов по связи и выполнении различного рода задач. Главное — это поддержка, главное, чтобы команда слышала. Нужны эмоции, нужны крики, нужны возгласы. И тогда, наверное, команда услышит поддержку своих болельщиков. Я сужу третий раз этот конкурс. Все, что касается Беларуси, я люблю эту страну, и я в нее с удовольствием приезжаю. Но это самый зрелищный этап нашего конкурса. В этот конкурс надо показать не только мастерство свое, как специалиста радиосвязи, но и мастерство военного. На тренировках показывали большое мастерство все команды, все четыре команды, участвующие в сегодняшнем этапе. В последнем этапе принимают участие военные связисты из Беларуси, России, Вьетнама и Узбекистана. Состав каждой команды 6 человек. Эмоций много, они переполняют, было и волнение, и выходить на старт волнительно, ждать вот эти вот последние минутки перед тем, как бежать, перед тем, как передавать, то же самое на 159-х станциях. Но это в любом случае всегда интересно, классно, и эмоции только хорошие. Прошло все хорошо, в принципе, как мы и ожидали, то есть где-то пошло хуже, но мы с этим справились, и в целом все девчонки молодцы, старались, чтобы было и красиво, и показать хороший результат. Сплочение и других народов, которые приезжают в страны к нам, все хорошо между собой общаются, относятся, и в любом случае такие конкурсы нужны, и подтягиваешь свои профессиональные знания и новые знакомства, и это всегда классно. Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Мы приехали, чтобы победить! Побеждали всегда. Всех выигрывали. Сейчас готовы победить всех. Команда настроена, все подготовлены, дух боевой, готовы побеждать. Если человек подготовлен, он на любой земле может показать достойный результат. Но, как говорится, дома и стены помогают. Объявление и награждение победителей конкурса планируется провести 25 августа.